জয় রাধ মাধবা কুঞ্জবিহ জে রাধ মাধবা কুঞ্জবিহ কপি জনবল হবা গিরিবর কপি গোপী জনবল হবা গিরিবর ধারী যুশোধানন্দন ভ্রজ জনরঞ্জন यशुधानंदन बज जन रंजन जमुन थी रनचारी जमना चीरा रनचारी जयरा ध महवा कुंज बिहारी जयराध मार हवा कुंज बिहारी So, today we're going to talk about steadiness. Итак, and steadiness and determination are, are interrelated. И реш... такие понятия, как решительность, решимость и стабильность, они взаимосвязаны. И мы поговорим об очень важном моменте, который имеет отношение к, к сознанию Кришны. многим вещам be... в сознании Кришны. Я прочитаю несколько вещей, которые говорил Шрила Прабхупада, и мы их прокомментируем. Я их прокомментирую. Unfortunately, I don't have the source. By execution of devotional service under the guidance of the spiritual master. Uh, service, right? Shlizhina. Shlizhina. Yes. Shlizhina. One becomes free from all material attachment. Посредством этого человек освобождается от всех материальных привязанностей. И он uh, получает стабильность. And a taste for about И получает вкус к слушанию о, о Шри Кришне. Так что это интересный ответ на вопрос, как же можно стать стабильным. If I tell you you become steady by steadily doing devotional service you feel like I didn't answer your question. Если я просто скажу вам что можно стать стабильным посредством стабильного выполнения преданного служения то вам покажется что я не ответил на вопрос. Right? Не так ли? You cheat you, your answer you cheated me with your answer. Вы меня просто надурили своим ответом. Я хочу понять, как быть стабильным в преданном служении, вы мне отвечаете, что если я буду делать преданное служение, я стану стабильным. Я не понимаю вашего ответа. Но это именно то, что здесь говорит Шрила Прабхупада. service, become Выполняя преданное служение, вы становитесь стабильным. Но если я не стабилен, как же я буду выполнять преданное служение? So you know, you know how they say sometimes when someone answers a question, you say you just move the problem back, but you didn't answer the question. You still have the same problem. How to be steady? И right. знаете, иногда, когда кто-то отвечает на вопрос, мы говорим, что нет, ты просто передвинул фокус обратно на проблему, но ты так и не ответил на вопрос, как же стать стабильным. So now that I have you all totally confused, и вот теперь, когда я во всех полностью запутал, but interested in the answer, we'll read the next, но заинтересовал we... в ответе, мы прочитаем следующую цитату. Peaked, we, we say, we, I have peaked.

Он знает, что он не является этим телом. Therefore, he's not caught in duality, going up and down, depending on what's happening. Поэтому он не пойман в эту двойственность, не uh, не опускается вниз, не вздевается вверх, в зависимости от того, что происходит в его внешней жизни. And Prabhupada says, this steadiness of mind is called stita, excuse me, stila buddhi. И Прабхупада говорит, что эта стабильность ума, она называется стила, стила будхи. Стира, стира. стира, стира будхи. So now you're thinking, okay. So now the answer is getting more complicated. To be steady, you have to be self-realized. Сейчас вы думаете, ну ладно, ответ становится еще более сложным. Для того, чтобы быть стабильным, надо быть само, осознать самого себя. That's even worse than the first answer. Это еще хуже, чем первый ответ. Just become self-realized, and then you'll be steady. Хорошо, Шруджан. Хочешь знать, как быть стабильным? Просто осознай сам себя, и тогда ты станешь стабильным. So, what Prabhupada saying, of course, is true. But we want to know how to be steady before we get there. Итак, то, что говорит Прабхупада, это, конечно же, правда, так оно и есть. Но мы хотим понять, как быть стабильными до того, okay. как мы дошли до этой стадии. Я сейчас разрешу эту дилемму для вас, и потом мы почитаем еще. To Потому что не хочу вас слишком долго мучить. Мы поговорим о той реальности, с которой мы все должны, с которой мы все должны сталкиваться. Steadiness in devotional service it's called nista. stability uh, First you have shraddha then you have sadhusanga Bhajanakriya. Sadhu Bhajana kriya. Shraddha first. Shraddha. Сначала Bhajanakriya. Sadhusanga Садусанга, Крия, Анардха Неврити. Yeah. And then nista, which means steady. Nista means steady. И потом Ништха, что означает стабильность. So you, you need to get to, you need to go up, you need to go through four stages to get to the fifth stage of steadiness. Так что необходимо пройти первые четыре стадии для того, чтобы дойти до пятой стадии стабильности. Так что если Шруджан спросит, как же стать стабильным, я ему отвечу, что ему надо дойти до этой пятой стадии. Но что же делать, если я не стабилен на предыдущих стадиях? Это прискорбно, ты никогда не дойдешь до пятой стадии. Okay so I have to explain this because what I'm saying is absolutely true but I need to explain this. Мне необходимо это будет объяснить потому что то что я говорю это правда но мне необходимо это объяснить вам. When Prabhupada's describing being steady he's actually describing this fifth stage that that's when you become steady. То что Prabhupada описывает когда он имеет в виду стабильность он на самом деле описывает вот эту пятую стадию когда он говорит о стабильности. If you think you're the body you're going to be affected by duality, correct? Думаете, телом, Today, Matthew gets a message from his boss. You've, you've been given a raise of $100,000. Matthew's happy. Если сегодня Мэтью напишет его босс и скажет, что я даю тебе добавку and в 100 тысяч долларов, он будет очень счастлив, and не так ли? Out of your salary. А в понедельник, когда он придет на работу, ему скажут, ой, мы тут ошиблись, мы на самом деле их заберем у тебя. И вот он уже несчастлив. Of course, if he self I go, well, I guess it's time to take sannyas, because now I won't have any money. So yeah, Krishna's mercy. Конечно, если бы он был самоосознавшей себя личностью, он сказал бы, о, наверное, это милость Кришны, я приму Касаньясу саньясу по этому поводу. So, when Prabhupada saying you have to be to be steady, it's because when you're anishtha, you're not bothered by what's going on around you anymore. Когда Прабхупада говорит о том, что надо достичь стадии ништки для того, чтобы быть стабильным, это означает, что когда ты на этой стадии, больше тебя особо ничего не беспокоит. Когда вы на стадии ништки, вы не думаете о том, что мой ум, он такой беспокойный, как мне его контролировать, он везде шатается. Нет, такого нет на этой стадии. So, When you're no longer disturbed by material desire, then you can be steady. Isn't that obvious? There's nothing to make you unsteady. Когда вы больше не обеспокоены материальными желаниями, то тогда вы становитесь стабильными. Нет ничего, что может вызвать какую-то нестабильность у вас, не так ли? Now, if you're thinking about what I said, it's actually quite depressing because it means, well, before that, I can't be. И сейчас, если мы Basically, that's what it means, right? Сейчас, если мы задумаемся о том, что мы говорим, то на самом деле это достаточно вгоняет нас в тоску, не так ли? Потому что как же мы тогда станем стабильными? And the answer is yes and no. И ответ на это uh, и да, и нет. Да, нет. Да и, и нет. Как вы and? Или? и? И, и, И да и Yes and no. C si, o no. We oui, all no. Я ja? no next. Yeah. So we know the yes part, you can't be steady until you're on this step because you

и вот вы доходите до стадии ништхи, и вся эта двойственность, она остается позади, и вот вы стабильны. Но естественным образом, возможно, вы сейчас думаете, но если я не стабилен, как же я дойду до этой стадии ништхи? Okay. Here's the bad news, everyone. Хорошо, вот сейчас плохая новость для всех.

From your knowledge and personal determination, then it's going to come from your, from your realization that you get on the stage of Nishta. In other words, when you're on the stage of Nishta, you don't really have to try to be determined, you just are. It's just that's your normal state. Другими словами, когда вы находитесь на стадии нишки, вам уже не надо стараться быть решительным. Это просто то, каким вы естественным образом там являетесь, то, каким вы стали. To to stage, Но вам также надо быть решительным, решимым для того, чтобы дойти до этой стадии. И это не обязательно произойдет естественным образом. So in Krishna consciousness, we have to imbibe the qualities That we would naturally have on a higher level, we have to be able to imbibe them on a lower level. But it's going to be different how we imbibe them. It's not going to be natural. На более нижних стадиях сознания Кришны нам надо научиться проявлять эти качества, займет эти качества, которые естественным образом проявляются на более высших, высоких стадиях сознания Кришны. Возможно, это не будет что-то естественным для нас, но мы должны стараться это делать. I used to love to eat wheat, but it would put me to sleep and it would make my body ache. Uh, пшеницу, она, and I've been addicted to eating wheat since I was like 3 months old. Есть, наверное, um, but when a carosity would come I would feel different, and I would wonder maybe it's something I'm eating that I need to eliminate from my diet. So I would eliminate one day dal, one day rice, one day wheat, and then I discovered it was wheat that was making me tired. И в течение жизни я просто замечала, что в ней кадыш, и я чувствую себя по-другому, и я задумался: возможно, я сейчас не ем выкадыш от чего-то, что на самом деле не полезно для меня. И методом исключения я сначала убрал рис, потом еще что-то, и потом я понял, что на самом деле эта пшеница не очень хорошо на меня влияет. So I did this maybe five, six, seven years ago. So well, let's just say, after 60 years of eating wheat, I had to stop, and it was my favorite food. И это произошло 6, может быть, 7 лет назад. Ну, давайте просто скажем, что после 60 лет поедания пшеницы я перестал ее есть. И это была моя самая любимая еда. Do do как же это сделать? Это не просто. Это было не просто. But we, we like, like from, you know, Um, so we were making bread and things out of that the different not actually wheat, but like wheat. И мы нашли другое зерно другое зерновое продукт, который может быть очень древнее зерно может быть ему даже 10 миллионов лет но он напоминает очень сильно пшеницу и мы начали печь хлеб и делать другую еду из него. And after a while, I actually lost my desire to eat wheat. И спустя времени мое желание есть пшеницу, оно пропало. So this is a to what I'm так что это идеальный пример uh, того, о чем мы до этого говорили. When you get to a level, you'll be Когда вы дойдете до определенного уровня, вы также подобным же образом, естественным образом, станете решительными. If I go to a grocery store and I see all this wheat bread, I just look at it and say, mmm, "I can't eat that. It's really unhealthy. I'm not attracted to eating it." But it took a lot of determination to be able to do to be able to get to that point. But once I got to the point, then it's easy. Но ушло много решимости, потребовалось много решимости, чтобы дойти до этого момента. Но когда я уже дошел до этого момента, это стало легко. So, it takes work to be when you're not так что требуется усилие, когда вы не решимые, когда вы не решительны не решимы чтобы быть решимыми, решительными. Hmm. So how do you do it? I have a secret for you. you want a secret? И как же это сделать? У меня есть для вас секрет. Хотите услышать секрет? Вы решаете это делать. Вы решаете не есть хлеб. And you know what when you make that И знаете, что происходит, когда вы принимаете это решение? The kicks in. Включается фактор Кришны. Фактор Кришны включается. Знаете, как включается какая-то машина или какой-то автомобиль или самолет, мотор просто начинает работать. И Кришна дает вам решимость, которую у вас даже еще нет, потому что потому что вы дали это обязательство. И я хочу объяснить кое-что. Это одна из самых интересных вещей, которые вы когда-либо услышите в нашей философии. Out, three, one, так, что two, если... так что если вы сейчас рассеяны, отвлекаетесь, то на счет три включайтесь. Раз, два, три. Один раз у Прабхупада спросили, как стать решительным. И он ответил просто посредством того, что ты решителен. The same, the same dilemma. And devotees thought, oh, Prabhupada didn't understand my question. Так что тут тоже та же самая дилемма. И преданные тогда подумали, ну Прабхупада, наверное, не понял мой вопрос. No, he said. No, what he said was. They said, How do you get the determination to follow the principles? And he said, Just follow the principles, and the determination will come as a byproduct. In other words, he was saying, You don't have to worry about being determined. Just commit to Krishna consciousness, and then Krishna will give you the determination as a result of your commitment. другими словами он говорил вам необходимо быть решительными просто дайте обязательства и как результат ваших обязательств Криш... кришна даст вам эту решимость to 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 is, to it, determination to do that will come from Krishna as a result of your commitment я даю обязательство следовать четырем регулирующим принципам, даю обязательство вычитывать 16 кругов, даю обязательство читать книги. И как результат того, что вы даете это, эти обязательства, Кришна даст вам решимость, решимость следовать этому. Кришна, он отвечает нам взаимностью тем, что отдает дает нам решимость продолжать. You do your half, Krishna does his half. Now, now, isn't it true? Sometimes we're thinking, Krishna, why aren't you helping me? I'm praying for help. And it's because we didn't commit to doing it. We thought, Krishna is going to make us commit. No, we commit and then Krishna helps. И, наверное, вы сможете, у вас это отзовется, разве не бывает так иногда, что мы молимся и думаем, Кришна, почему ты не помогаешь нам? Он не помогает, потому что мы не дали эти обязательства. Это устроено так, что мы даем обязательства, и тогда Кришна помогает. когда вы маленький ребенок, ваши родители, мать или отец, приводят вас через улицу с машинами, держа вас за руку. So you say, "Daddy, walk me across the street. Давайте представим, что этот ребенок, он говорит, папочка, переведи меня через дорогу. И отец говорит, хорошо, давай руку. И ребенок говорит, нет, руку не дам. Как же он тогда может перевести через дорогу? Кришна, well, no. помоги мне это сделать. Хорошо, давай руку. Не дам. Почему Кришна не помогает мне? Because I need your hand. So your hand is your commitment. То, Krishna takes that commitment and he gives you the energy to continue. Krishna эти обязательства и дает вам энергию продолжать их выполнять. That's how it works. То, you know it's like sometimes I joke, you know uh, My alarm goes up, I'm laying in bed and say, Krishna, get me out of bed. Как иногда я шучу, представим, что я лежу в кровати, звонит мой будильник, и я говорю: "Я все еще лежу на кровати." Я говорю: "Кришна, подними меня с кровати." И Кришна отвечает: "Ты ленивый, э, you, давай сам вставай." "You get out of bed and I'll help you. Don't just lay there. Do something." "Ты вставай с кровати, я тебе помогу в этом, но не лежи просто, там, сделай что-то сам." "Yeah, so, so, I think the point's clear now." Before we have reached the stage of Nista, we still have to be steady, but it's going to take a commitment, and then we'll get Krishna's help, and we'll be able to do it before we're actually on the stage of steadiness. Стадии ништхи достигли стадии ништхи, где мы стабильны, мы все равно должны быть стабильными. И мы можем этого добиться, если мы даем обязательства, и тогда Кришна отвечает нам на эти обязательства и дает нам силу это делать. Now, what will foster this commitment? Итак, что же подпитает наши обязательства? Знание, знание подпитает их. Why should I be committed to not eating wheat bread? Почему я должен дать обязательство не есть хлеб из пшеницы? Потому что это лучше для моего здоровья. Если я буду есть такой хлеб, то какие-то части моего тела будут болеть или у меня не будет энергии. Это просто абсолютно бессмысленно так делать. So, Why should I be steady in Krishna consciousness? Because if I'm not, I'll take another birth. That's a и good почему, reason? И почему же я должен быть стабильным в сознании Кришны? Потому что если я не буду таковым, то мне придётся рожаться опять, не так ли? If, I do, if not, I'll get kicked around by the material energy. Если я не буду стабильным, то меня опять будет давать пинки материальная энергия. If not, I'll do everything I can to be happy and nothing's going to work. Если Я таковым не стану, не стану стабильным, то я опять буду делать все подряд, чтобы стать счастливым, но ничего не выйдет, ничего не сработает. If not, I'll just be a fool, если, я, если я не стану стабильным, то я просто буду глупцом практически. And you can list why. You be И подобным образом можно перечислить еще сотню причин, почему вы должны so, стать стабильными. So knowledge is like it catches us from going down. It's like you know. If there's no knowledge you just crash. You just But if there's knowledge, you start to fall, it catches you and it picks you back up. Так что знание, оно как бы ловит нас, когда мы начинаем падать вниз. Если вот этого знания нету, которое подстраховывает нас, то мы просто в какой-то момент упадём. Но если есть знание, то оно нас там поймает. We have to start from from the premise that we're all stupid. No sense to anybody. I'm I'm including myself. никого не хочу обижать, я включаю себя в это заявление, но мы должны начать с той аксиомы, с того утверждения, что мы все глупые. And proof that we're stupid is done by looking in the mirror and looking at your body. That's proof. You have a material body. That means you were dumb in your last life. You didn't get out. И доказательство этому находится у нас в зеркале. Если мы посмотрим в зеркало, мы увидим там себя, свое материальное тело, и это означает, что в прошлой жизни мы были достаточно глупыми, чтобы не выбраться из этого материального мира. И вот у вас есть другой шанс выбраться из него. Будете ли вы глупыми в этот раз или нет? И не только в прошлой жизни я был глуп глупым, я был глупым все прошлые жизни.

one of the best ways to not be stupid is to read Prabhupada's books because it's hard to be stupid if you read his books. But it's quite easy to be stupid if you don't read them. And I would even say it's a stupid thing to not read his books. Double stupid. double stupid to read books. So the steadiness and the determination we need before the stage of nishtha is going to come very strongly from knowledge. Так что стабильность и решимость которая нам необходима до того как мы на уровне ништхи я бы сказал что она исходит из знания. So some of you are saying, "Oh, I'm addicted to wheat. I could never stop eating wheat." И кто-то из вас может сказать: "Ну я зависим от пшеницы, я бы никогда не смог бросить её есть." All right, let's do a test. Let's see. If I said, Tanya, if you don't eat wheat for a week, I will send you a ticket and I will get you a place to stay in a and you can stay here for, for as long as you want. Could you could you avoid eating wheat? Probably. I mean, if you, you want to come here. If you don't want to come here, you wouldn't. But if you want to come here, you'd say, yeah, okay, I'm not going to eat wheat because I want to go here. I want to go see you. Давайте представим, что я бы сказал Тане. Таня, если не будешь неделю есть пшеницу, я куплю тебе билет до Лачуа и uh, место проживания здесь также найду и ты сможешь жить здесь сколько ты хочешь. И если бы Таня очень хотела приехать сюда, она бы скорее всего сказала: да, я не буду есть пшеницу. And I say, Maxim, if

Или, Матю, прилетай в Алашу, у меня здесь есть сумка, там 100 тысяч долларов. Если ты прилетишь и не будешь до этого неделю есть пшеницу, я тебе дам эту сумку. Наверное, он бы сказал, окей, вообще без проблем. Я просто хочу продемонстрировать, что когда то, к чему вы хотите, то, чего вы хотите, это желание достаточно сильное, то у вас появляется сила отказаться от чего-то so и следовать чему-то. И нам так, точно таким же образом надо относиться к сознанию Кришны. Вот откуда придет наша решимость в нашем настоящем положении до того, как мы достигли стадию ништхи. Почему ты просыпаешься рано? Потому что ты хочешь это делать? Нет, я не хочу этого делать, но это полезно для меня, поэтому я делаю это. Но когда вы на стадии ништхи, вы просто рано утром выпрыгиваете из mm -hmm. постели, там нет никакого усилия для того, чтобы это случилось. Хорошо. Okay.

Без такой решимости человек не может произвести ощутимый прогресс. So, is a, is a of human И решимость — это функция человеческой психики. You may say, oh, that's not true. I'm lazy. И мы говорим, да нет, неправда, я ленивый. I could prove you're Но я могу доказать, что вы на самом деле способны well, на решимость. Когда было вы не ели? Когда был like, последний раз, что вы не ели? Ну, за исключением каких-то дней, когда вы действительно поститесь. Нет такого, что вы говорите, ну, я не решителен но я хоть и голодный, сэндвич себе не сделаю, у меня нет решимости. Такого нет, наверное. too Слишком много хлопот, чтобы лечь спать, надо зайти до кровати, там еще как-то уложить себя. Нет, не буду спать. Нет решимости на это. Нет, мы очень решительны в отношении своего сна и еды, не так ли? So, say, I'm not так что никто не должен говорить, что у него нет решительности, решимости. Даже ленивый человек, он решительно

так что, мои дорогие преданные, если уж вы будете решимы, решительны по отношению к чему-то, к чему-либо, то mm -hmm. пусть это будет сознание Кришны. Okay? Это понятно? Вот это то, что я записал себе для этой лекции. Может oh. быть, сейчас мы перейдем к вопросам. At one Sunday feast, someone asked me, "How do you remain determined in Christian consciousness?" Однажды у меня спросили, как оставаться решительным в сознании Кришны. And I was never asked that question, and I had to, like I never really thought about it consciously. На тот момент у меня никогда до этого еще не задавали этот вопрос, и я никогда не задумывался сознательно на эту тему. Basically, my answer was it. It made no sense to me to do anything else. И мой ответ практически заключался в том, что мне казалось абсолютно бессмысленным заниматься чем-либо еще. Другими словами, после 80 томов книг Шрила Прабхупады, где он убеждает нас отдать свою жизнь Кришне, Кришне, как можно заняться чем-то еще? Это было бы просто глупо. It's like you're a homeless person, and a, a multi-billionaire comes and he shows you how to make a billion dollars. And like, and and someone asks you, how did you get the determination to do that? I' Like, what kind of question is that? Of course, I'll be determined. Этот вопрос он the такой ситуации, что вы бездомный человек, и вот к вам приходит мультимиллиардер и показывает вам, учит вас как сделать миллиард долларов, и у вас еще кто-то спрашивает. Как ты взял решимость? Где ты нашел решимость заработать этот миллиард долларов? Но это нелепый вопрос, не так ли? Well, than, you know, no, Возможно, этот бездомный ответил бы, да нет, мне было проще просто продолжать так и спать на этой скамейке в парке. Но это было бы глупо, не так ли? Okay, so we There is a question from Kamala okay. Вопрос um, в чате. Как мы можем оставаться сильными каждый день, каждую минуту, каждую секунду на этой стадии решимости, решительности? Харе Кришна, как мы можем сильными каждый день, каждый на этой стадии решительности? Ну, я дам странный ответ. I'll, I'll, let me rephrase your question. How do we stay strong when we're not strong? How do we stay determined when we're not determined? It's kind of like the way I look at your question. I'd like to answer it in this way How do I get up when I'm knocked down? то, как я вижу твой вопрос, он означает, как я могу встать на ноги, если я сбит с ног. Because you're asking how to stay strong, and when I'm reading the question, I'm thinking it's the same answer. You, you're not going to stay strong until you're on the stage of nishta, but you, you're going to have to learn how to get up when you get knocked down before you get to that stage. Когда я смотрю на этот вопрос, мне кажется, ответ точно такой же. Как оставаться сильным, как оставаться сильным, когда ты еще не на стадии ништхи? Ответ заключается в том, что ты не можешь быть постоянно сильной до этой стадии, но ты должна научиться вставать, когда тебя сбивают с ног. Камала, is, down, like проблема Камала заключается в том, что когда нас сбивает с ног, мы теряем энтузиазм. Мы думаем, в чем же смысл у меня не получается. И если добавить к этому также умонастроение перфекциониста, понятно, что падение не входит в эту картину мира перфекциониста, то вставать еще тяжелее. Even if you're not strong, what else is there to do but get up and fight again? Nothing, nothing else makes sense. So I would like to rephrase your question as how do I stay strong when I'm weak? Так что этот вопрос можно перефразировать: как оставаться сильным, когда я слабый? How do I get up every time, after every fall Как повторно и повторно вставать после каждого падения? You see, if you value Krishna consciousness enough, then you can get knocked down a hundred times, you'll get up a hundred times, because the goal is too important for you. Видите ли, если вы достаточно цените сознание Кришны, то если вас бьют, собьют с ног сто раз, вы встанете сто раз, потому что цель слишком важна для вас. Books, evaluate, the И чем больше вы изучаете книги Шрила Прабхупада, чем больше вы на своем опыте ощущаете сознание Кришны, тем больше вы будете ценить его. Майя has knocked me down,

You know, one time, Prabhupada said, "You are on the verge of deathlessness." Знаете, один раз Прabhupada сказал, вы стоите на грани бессмертия. This reminds me of the story of what's his name, Michael Schleps, Schwebz, that that Olympic swimmer. Это напоминает. Schleps, I think, or something. Это напоминает мне об этой истории с Майклом Шлепсом или Швебсом, олимпийским пловцем what is it who knows phelps -E oh, phelps phelps yeah michael phelps yeah one of the olympic he's a swimmer one of the olympic games he was he like wins everything but he was losing uh, and then while he was on the last leg of the race Прошу прощения. Он начал проигрывать. Он уже был где-то в конце. И вот на последнем отрезке соревнований он подумал: я не пролетел через полмира, я не приехал сюда, я не прошел это все для того, чтобы сейчас проиграть. И он ускорился, и он в итоге этот заплыв выиграл. Say, we should be like Michael Phelps and say, I didn't come all the way to this human form of life to lose. So I, like Michael Phelps didn't life to oh, I didn't chant my rounds today because I'm just lazy. No, no. You've come all this way, you're on the verge of deathlessness.

Но у вас есть ученики Прабхупады, это даже лучше, чем Библия, потому что она не была написана прямыми первыми учениками. Это огромное-огромное благословение для вас. Yeah, I know, but it's so hard. Да, знаю, но это так трудно. What's wrong with you? Wake up. Что не так с тобой? up. movement.

прабу, я хочу быть богатым и известным. Ты уже был богатым и известным в прошлой жизни. Тогда у тебя не вышло. Сделай так, чтобы вышло сейчас. Будь сейчас сознающим Кришну. Вот как нам необходимо мыслить. Берите то, что вам необходимо для того, чтобы вы были в мирном, спокойном состоянии, и все остальное отдайте Кришне. So you're on the street, you know, you're distributing books, and then the radio comes up with their microphone. Why are you doing this? And you say, What else is there to do? What else am I supposed to do? Work like an ass to get something, to get to, to find some mirage in the desert? А что мне еще делать? Работать как осел, как слишком много работать на какой-то работе, чтобы обрести какой-то мираж в пустыне? Иногда просто приходится говорить прямо так, как оно есть. Yeah, so that's what Prabhupada did. He told it like it is. И это то, что делал Прабхупада. Он говорил все так, как оно и есть. И Прабхупада говорит нам, возвращайся домой, возвращайся к Кришне. А мы такие, да, здесь вроде нормально. И Прабхупада думает, вы сумасшедшие, вы сошли с ума. I see a question from Srujan. Yeah, what Srujan wants to know what book to read in order to become determined. I see a question about morning program or studying scriptures. Does morning program or studying scriptures help in developing determination? Which of one of them which of these options helps the most? Read um, books in the morning. Then you are Uh, тут вопрос they о том. Они все помогают, нет, ты Есть вопрос uh, о том: утренняя программа или изучение священных писаний книг Шрила Прабхупады, что из этих двух вариантов лучше помогает в развитии решимости? И Магараш отвечает, что хорошо бы делать оба, обе вещи. Я думаю, это тот же самый момент, я делаю. На самом деле, это даже не имеет значения. Вы можете идти на утреннюю программу с 2:00 до 11:00, но если вы не приверженны.

В храме находится сотня преданных, и туда заходит Майя, и она смотрит, она выбирает тех, кто не дали эти обязательства, и они как живая мишень для нее. You know what a sitting duck is, Yana? You've heard yes. that expression, yeah? So, you want to be Maya's sitting duck or, or not? Итак, вы хотите быть живой мишенью для Майи или как? Of course, in theory, doing sadhana should give you determination. Конечно, в теории uh, выполнение садданы это должно дать вам решимость. A, но, с, но с психологической точки зрения именно обязательства, наши обязательства являются фундаментом для нашей решимости. Really Вы можете дать обед и при этом не иметь решимости. Я даю обед это делать, но мой вопрос заключается в том, вы дали обязательство uh, это исполнять. Это Кали-юга. все могут говорить что угодно. Но кто действительно имеет в виду то, что он говорит? You know personally. Лично я, если я не делаю то, чего хочет Прабхупада, я чувствую себя полным глупцом. Я думаю, мы все должны чувствовать себя глупцами, если мы не следуем Прабхупаде. Facebook. Потому что кому же тогда мы следуем? Фейсбуку? YouTube, Twitter, Ютубу? Тиктоку, другим соцсетям. Who, who's your guru? TikTok's my guru. Кто ваш гуру? Тикток мой гуру. oh, TikTok's your guru. Instagram's my guru. Yeah. Oh, у тебя гуру Тикток, а у меня Инстаграм. Charles Darwin's my guru. А у меня Чарльз Дарвин.

Вы знаете, что Прабхупада поставил сознание Кришны на распродажу? Не нужно даже быть таким уж преданным, чтобы вернуться обратно к Богу. Но, но нельзя быть глупцом и вернуться обратно к Богу. Когда And Prabhupada gave us sixteen rounds, and he tried to convince us that this is actually a very small number of rounds. It's like sixteen is like for losers. Ши sixteen rounds is for losers. Loser bhaktas. For such bhakti losers. But Prabhupada worked a deal out with Krishna. He said, but well, these people are all poor; they can only pay sixteen rounds. Can you, can you give them a discount?" And Krishna said, "Okay, for you, Prabhupada, I'll, I'll give a discount." Но Прабхупада заключил сделку с Кришной. Он им сказал, эти люди одни бедняки, они могут заплатить всего лишь 16 кругов. И Кришна сказал, ну ладно, только для тебя, Прабхупада. Thinking, oh, so so а, а мы здесь, но ну, это так дорого, это так трудно. All right, go, go back in Satya Yuga. You can meditate for a hundred thousand years. Sit under a tree, you know, if you think this is hard. It's like it's like you go, you're gonna go buy a Ferrari. It's an Italian sports car, probably a couple hundred thousand dollars. And and you ask how much it is, and he said, well, we're having it on sale for twenty thousand. You say, can I get it for fifteen? It's like the salesman's gonna punch you in the nose. Это как если вы хотите купить Феррари, это дорогая машина, которая стоит несколько сот тысяч долларов, и вы приходите, и там огромные скидки распродажи, и машину можно купить за 20 тысяч. И вы говорите тогда вот этому менеджеру, я хочу за 15. Он, наверное, вам просто даст кулаком в нос. <laughs> Выведите-ка этого отсюда. So we're like that. И мы себя ведем точно так It's же. И like This deal has been made by Prabhupada Krishna. This is like, you know, this is like once once in a lifetime opportunity. You can if I said, if I said to you, you could buy Amazon for a dollar a share right now, would you buy it? Maxim, would you buy it? A dollar a share? Of course you would. You'd be like, oh my God. Amazon for one dollar. <laughs> невероятно редкая возможность. Это то же самое, что даже, как, например, Максима спросить, ты бы купил акцию Амазона за один доллар. Скорее всего, ты бы сказал, о Боже, конечно. И вы можете получить Кришну за 16 кругов. Боже, какая, какое предложение такого никогда еще не было в истории Вселенной. But, Prabhu, the four но прабу, четыре принципа регулирующих, один из них особенно трудный. Это не важно, вы просто контролируете себя, и тогда вы вернетесь обратно к Богу. Это не так до, не такая большая цена. Just commit, Krishna will help you. Просто дайте эти обязательства, Кришна поможет. What do you think? Что вы думаете? Что вы думаете, что ты думаешь? Это правда? Than you think. Это проще, чем кажется. Okay, Ари Кришна, дорогой Магараш, спасибо, что ответили на мой предыдущий вопрос. То, как вы поняли мой вопрос, это было просто идеально. И хочу задать дополнительный вопрос. Как быстрее дойти до стадии ништхи? Как, просто как удар молнии. Я пробыла в сознании Кришны уже около 22 лет, стараясь не быть глупой. Я стараюсь делать так, чтобы меня не сбили с ног. Uh, Hare Krishna, Dhir Maharaj, thank you for answering my earlier question. It was just so perfect the way you understood my question. Follow up question How to get faster to that nishta stage? Like a flash or lightning? Been here in Krishna consciousness and not being stupid over 22 years. I'm trying not to get knocked down. Yeah, you have to chant without offense. That's the, that's the problem.

Час или два в день, и тогда ты быстрее туда доберешься. And don't и никого не оскорбляй. Многие преданные не воспевают правильно, поэтому их продвижение оно очень замедлено. Хорошая джапа это как Феррари. Плохая джапа это как большой гору. И плохая джапа – это как большой старый грузовик, который едет в гору. На Феррари можно взлететь в гору на скорости 200 км в час, но этот грузовик может быть 50 км едет. An on, on the side of the road just keep going и другой момент, когда вы едете, то не съезжайте с дороги и не отдыхайте там. Не съезжайте с дороги, чтобы сделать паузу и отдохнуть. Да, все хотят хороший uh, интернет, хорошее соединение интернетовское, но никто не задумывается о том, какое у них соединение с Кришной, какая у них where's связь с Кришной. Где... i'm worried about the speed of their and the the the, level, the signal of their krishna router. okay we have the next from sydney from so not living around devotees and with covid and every other horror going on can't completely ignore everything any advice on balancing things when you're when you're an empath and you feel everything? Oh, how to use those emotions for Krishna's service? I uh, feel like I want to be knocked away in a room, locked away in a room with only Krishna and my japa beads. Yeah, you'll get there when you're older. Yeah, go ahead. You want to translate? It? Uh, uh, so. um не жить вместе с преданными, вокруг нет никого из преданных, и сейчас вот этот ковид и всякий другой ужас происходит вокруг, невозможно полностью игнорировать это. Можно ли, пожалуйста, какой-то совет на то, как все сгармонизировать, когда ты эмпат, и, и ты чувствуешь это все, глубоко это все чувствуешь, как использовать, задействовать эти эмоции для служения Кришны, Кришне? Хочется закрыться в комнате и просто со своими четками и с книгами Прабхупады.

Uh, depressing you allow them to inspire you to give krishna to others instead of allowing these things to drive you into depression allow these emotions and events to increase your desire to give krishna to other people be locked away in a room with krishna that's called japa и закрыться в комнате столько столько с кришной это называется japa. that's what you do every day you lock yourself away with krishna at least for some time. we We That's how you know it's like it's like it's like Sydney, if you like something, let's say you you like to dance or you're a ballerina and and life is horrible. but if you could just do your ballet for a half an hour, you're okay. So it's like Joppa's like that. you know the world is falling down on you. Books and get away from it all. или давай представим себе, что ты балерина и когда ты танцуешь, то все становится на это время, все становится хорошо, пока ты танцуешь. И то же самое uh, с нашей oh. джапой. Даже если мир вокруг разваливается на части, вот это время с Кришной, вот это время с джапой или вот это время с книгами, в это время, в этом времени, в этой деятельности мы находим свое прибежище. So well, we have another. Well, Igor has a question, or Igor, Igor? Yes, Igor. In Russian, it's pronounced Igor. Igor. Uh, so I read it in Russian first. Дорогой Махатма пробу вы король абхидея татвы. Большое вам спасибо за то, что вы так подробно описываете процесс, и вы так его описываете, что появляется уверены, что я справлюсь, я смогу дойти до конца, слушая ваши лекции, я понимаю, где я совершала ошибки, которые мешали мне выйти на стабильность в преданном служении. Спасибо вам большое, мне этого очень не хватало. It's not a question, it's a gratitude message. Uh, dear Mahatma Prabhu, you are a king of Abhideya Tattva. Thank you very much for... Uh, so for um, describing the process in so much detail and you describe it in such a way that I get uh, confidence that I will Uh, manage i will succeed eventually that i can uh, reach the very end listening to your classes i understand i got to understand where i had make mis had made mistakes in the past which were on my way of getting steady in um, devotional service thank you very much well i have a public service announcement we will all make mistakes Мы все будем делать ошибки. Get used to it. Привыкайте к этому. Самое важное заключается в том, что мы будем делать после того, как мы совершили ошибки. Вот uh, от чего все зависит. You'll stop also. И в конце концов вы также перестанете делать ошибки. I went to bed late last night and got up early, so I'm sorry I keep yawning, but unfortunately. Okay, the next one. I give 17 RIPSs. I'm not I sure what that means. Rounds in. Anyway, Bravis, what does that mean?

и есть следующий вопрос от Камелы, и Махарадж его немножко сократил. Камела спрашивает, есть ли такая стадия, где Майя больше тебя не трогает? Да, эта стадия называется премой, но даже на стадии ништки практически можно сказать, что Майя тебя там не может тронуть. It's kind of like when it's cold out and you go inside a warm house or when it's hot out and you go inside a cool house. Once you get inside, everything's fine. Это как если на улице очень холодно теплый дом или на улице жара и вы прохладный дом. Когда внутри дома, все порядке. Yeah, a lot, of, a lot of times, you know, you can... Have you ever done something and you know you're going to be successful before you do it? You just feel it? You've ever done that? Вы когда-нибудь, у вас было такое, что вы собираетесь что-то сделать, но вы уже заранее чувствуете, что у вас будет успех в этом начинании? У вас было когда-то такое чувство? Вы хорошо подготовились, и вы очень решительны, поэтому вы знаете, что это пройдет хорошо, и у вас будет успех. We мы точно так же должны быть в сознании Кришны. When you drive a car, I don't know if you know this. Когда вы ведете машину, я не знаю, знаете ли вы об этом или нет. drive a car and you're looking over at something, and then like five seconds later you end up in the next lane? Have you ever done that? <laughs> У вас было такое, что вы ведете машину, и вот вы пока держите за руль, вы смотрите в сторону, и спустя 5 секунд вы уже едете по соседней полосе. У вас когда-то было такое? So, I don't know if you know this, but wherever your eyes go, that's where the wheel's going to go. You'll steer the car where your eyes go, unconsciously. Я не знаю, знаете, это вы или нет, но куда вы направляете свои глаза, туда поедут и колеса, потому что подсознательно вы будете направлять туда руль. И пока вы смотрите прямо, все будет в порядке, потому что автоматически, куда вы смотрите, туда вы и поведете машину. Если вы смотрите прямо, то все будет в порядке. So it's the same in your spiritual life. И то же самое и с вашей духовной жизнью. Если вы будете смотреть куда-то не туда, куда-то немножко в сторону, то uh, в итоге вы найдете себя уже не на дороге, а где-то в стороне, и вы будете думать, как я вообще сюда попал? has that ever happened to you took your eye off the road and ended up up on the, the side of the road crashed into a tree so, so the, the shastra says you have to be really careful when you're doing sadhana and the reason is, is because we're conditioned so we can always do the wrong thing very easily И шастры говорят, что надо быть очень осторожными в выполнении своей саданы. И причина этому в том, что мы обусловлены, и поэтому нам очень легко, мы очень легко можем сделать что-то не так, что-то не то. И когда у человека есть болезнь, Серьезная болезнь, он должен быть очень осторожен в том, как он лечится и в том, что как он вообще so, заботится о себе. So pra out fear into some, our life. Есть так много примеров, где Прабхупада как-то подправлял нас из своего страха, что мы можем как-то отклониться и либо... There's some things Prabhupada was very strict about. He was very concerned uh, that we have to do things a specific way, otherwise, Maya will come and pull us away. Относительно некоторых вещей, некоторых моментов, Прабхупада был очень строг, он очень uh, был озабочен тем, что если мы не будем делать это правильно, то майя придет и отклонит нас в сторону, и заберет нас. Well, heart, Я не хочу поселять страх в вашем сердце, но вы должны быть осторожны. You know that. Вы уже знаете это. Не так ли?

Замечательная возможность uh, сделать огромное продвижение, огромный прогресс. And not much и также у меня есть возможность потратить кучу времени, воспевая не очень качественно и не uh, произведя никакого прогресса. И это факт. And if you take any devotional process which you're not doing well or neglecting, then you're losing the opportunity to make a lot of advancement. And a lot of missed opportunities equal up to a lot of missed, missed advancement. большое количество упущенных возможностей равняется большому количеству упущенного прогресса. И многие из возможностей, которыми вы воспользовались, которые вы использовали, они равны большому количеству прогресса. Yes. Так? Yeah, so that's, that's, that's our life. Uh, take advantage of the opportunity or we miss the opportunity. Мы либо используем возможности, либо упускаем возможности. Так что если вы когда-либо воспеваете, и вы воспеваете нехорошо, не очень хорошо, просто попытайтесь напомнить себе, что на самом деле вы сейчас теряете время. Это как маленький ребенок, One plus one is three, three plus three is seven, four plus three is nine. Is this wasting time? So I think I think part of the problem is that a lot of us think if I just do these things, if I just chant, if I just read, I just go to Mongol automatically I'll become purified. Я думаю, проблема в том, что многие из нас думают, что если просто буду выполнять эти вещи, буду вычитывать круги, буду читать книги, пойду на мангаларити, то естественным образом я очищусь. Но это не совсем так. Также необходимо иметь правильное состояние сознания, правильное сознание и правильную решимость. And then another thing, Prabhupada said, и Прабхупада сказал еще одну вещь. And how you're from else. Он сказал, что вы можете понять о том, как идут ваши дела в духовной жизни, по тому, насколько вы становитесь привлеченным к сознанию Кришны и отреченным от всего остального. So, if you ever find yourself becoming a little too materially inclined, then you just have to work backwards and think okay, I must be doing something wrong, or I must not be doing something right. What is it? Если вы вдруг обнаружите, что вы становитесь все более, более материалистично склонными, склонными к каким-то материалистичным вещам, то просто отмотайте назад и подумайте возможно, я не делаю чего-то правильного, что я должен делать, или делаю что-то неправильное. So you may wonder how do I know that I'm making spiritual advancement? Well, this is how you know you can experience it every day. Возможно, вы задаетесь вопросом, как же я пойму, делаю ли я какое-то духовное продвижение или нет. Вот как вы можете понять. Вы можете ощущать это на своем опыте каждый день. Я начинаю новое движение. Off phone. Называется «Выключи телефон». миру.

И вот если вы задаетесь вопросом, как же понять, делаю ли я духовное продвижение, просто замерьте время, сколько вы тратите на своем телефоне. Если это время уменьшается, потраченное на свой телефон, значит, что вы делаете продвижение. spending. indication lack of advancement. Конечно, многие из нас используют телефон также для дел, но если мы замерим время, которое мы используем телефон не для дел, не для бизнеса, не для работы, то это будет хорошим индикатором нашего продвижения или отсутствия такового. The turn off your phone movement has just begun. Наше движение выключить свой телефон, вот его начало, сейчас. Who wants to make the logo? Who кто wants хочет сделать логотип, кто хочет t-shirts и бампер-стикеры? Кто хочет сделать, нарисовать лого? Кто хочет uh, распечатать футболки? Who wants to design the billboard? Кто хочет спроектировать uh, my, um, плакат большой? Можете себе представить на каждом автобусе в Москве такой плакат? Maybe we call it "Save Your Life." Может быть, можем назвать движение «Спаси свою жизнь, выключи телефон». Как-то так. И когда вы выключите телефон, у вас будет больше времени на слушание и воспевание. Дать несколько самых лучших советов о том, как выработать дисциплину. a time. to do something as if it's a date with yourself and just do it at that time. Да, например, выделить себе время на то, чтобы что-то определённое сделать, как если бы это было ваше свидание, ваша встреча с самим собой, и вот в это время вы это делаете. I always find that if you look at the ramifications of your actions, И также я нахожу, что если мы всегда можем думать и оценивать последствия своих действий, это также помогает нам с дисциплиной, потому что мы думаем хорошо благодаря этой дисциплине, чем это все закончится. И мне кажется, что творческим людям... Uh, труднее быть дисциплинированными. Is that true, Gabriela? They like to be more spontaneous. Габриела, тебе нравится больше быть спонтанной? All you poor creative souls, you're gonna be like totally undisciplined your whole life. I'm sorry to say. Ой, вы бедняжки, творческие люди, вам придется быть недисциплинированными всю свою жизнь оставшуюся. You'll have to hang out with the people who are very meticulous and organized. <laughs> вам придется общаться с людьми, которые очень организованные и тщательные. We're read And so that also helps. Но еще один момент, который очень поможет, если будет еще какой-то человек, с кем ты можешь договориться, что давай в mm -hmm. всем каждый день делать вот это, например, читать вместе.